TV. В Москве 18 апреля 2014 года состоялось годовое собрание Межрегиональной общественной организации «Ассоциация защиты информации». Ежегодные отчетно-выборные собрания – важное событие в жизни МОО АЗИ. Здесь подводятся итоги проделанной работы и задаются новые векторы. МОО АЗИ уже на протяжении 12 лет ведет большую работу, цель которой – создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса и государства в отечественных технологиях защиты информации. Деятельность ассоциации высоко ценится государственными органами, общественными институтами и участниками рынка решений ИБ. В этом году вниманию участников были представлены итоги обширной деятельности, проделанной организацией за трехгодичный срок. Особо были отмечены успехи ассоциации в организации ключевых событий в области защиты информации, в том числе традиционных научных конференций и симпозиумов в России и за рубежом. За последний год АЗИ также приняла участие в непрофильных, но чрезвычайно важных мероприятиях. Например, в церемонии вручения наград участникам Олимпиады среди школьников по криптографии. Показательным стало проведение в апреле 2014 года при поддержке компании «Авангард Центр» уже третьего форума АЗИ, который с каждым годом набирает обороты и привлекает ведущих специалистов из государственных структур и разработчиков. В ходе подготовки форума ассоциация продемонстрировала, что, пользуясь авторитетом и высокой деловой репутацией, готова предлагать и разрабатывать новые форматы и режимы сотрудничества. Активное участие в работе форума приняли представители регуляторов. Среди новых форматов работы ассоциации было предложено проведение практических семинаров, которые, в отличие от конференций по широкому спектру вопросов, будут посвящены каждой одной конкретной теме и соберут только специалистов компаний, работающих по этой тематике. Отдельно внимание было уделено вопросам создания саморегулируемой организации СРО в области технологий защиты информации. Актуальность этого вопроса высока, и ассоциация планирует плотно им заняться. Наконец, большое признание получила деятельность АЗИ в сфере популяризации принципов защиты информации. Это как создание и выпуск регулярных специализированных СМИ, так и издательская деятельность. Высокую оценку экспертов получило первое издание уникального труда «Глоссария информационной безопасности», подготовленного при активном участии компании «Авангард Центр». Итоги годового собрания показывают, что Ассоциация защиты информации играет важную роль в вопросах развития современных технологий защиты информации. Своей организаторской, научной и медийной деятельностью МОО АЗИ подтверждает свой высокий статус, а также задает тон передовыми инициативами. Биз ТВ.